Дорогие друзья, Христос воскрес! С вами Монастырская кухня, и я Максим Сырников. Я сегодня приготовлю запеканку и пирог. Запеканка тыквенная с творогом, а пирог будет лимонный, из дрожжевого теста. Все очень просто, вкусно, но и сытно, и даже празднично. Я начну с того, что приготовлю тесто дрожжевое. Я, как водится, приготовил сначала опару. Напомню, что такое опара. Это вода, теплая вода, в которую я развожу просеянную муку, добавляю дрожжи. Естественно, вымешиваю все это, даю подняться в теплом месте. Вот когда у меня опара поднимается и начинает опускаться к низу, на этом моменте можно туда добавлять уже сдобу, сдабривать. Что я, собственно говоря, сейчас и сделаю. Вот у меня опара вот в таком вот виде, как такое, ну, тесто для оладушков. Пористое, пенистое, поднявшееся, вот с характерным запахом. Тесто, кстати, будет очень сдобное. Для пирога я туда изрядно добавляю сливочного масла растопленного. Вот оно у меня такое теплое, не горячее, но теплое. Добавляю сахарный песок, щепотку соли, вот эту массу размешиваю и добавляю туда муку. Тоже, конечно, просеянную пшеничную муку высшего сорта. И замешиваю тесто. Сдобное дрожжевое тесто для пирога с лимоном. Конечно, любая сдоба, время вот этого поднятия увеличивает. Такое тесто где-то примерно часа полтора будет подниматься. За это время я приготовлю, естественно, начинку для нашего пирога и приготовлю второе блюдо. А второе блюдо сегодня будет запеканка. Запеканка из творога с тыквой. Очень вкусная, как говорят, очень полезная. Вот сочетание творога и тыквы. Ну вот пусть поднимается потихонечку. Отправляю в теплое место на расстойку. И займусь приготовлением запеканки. А сейчас, друзья, я приготовлю тыквенно-творожную запеканку. Беру тыкву. Сегодня вот такая замечательная тыква мне досталась. Она с таким интенсивным цветом, ароматом, вкусом. Ну и грех из нее не сделать что-то такое очень вкусное. Я думаю, что как раз то, что я сейчас буду делать, будет вполне ее достойно. Тыква такого замечательного качества. Вот такой кубик, где-то примерно сантиметр на сантиметр. Ну, у кого по какой-то причине есть что-то против топленого сливочного масла, могут и на растительном, разумеется, протушить тыкву. Хотя мне больше нравится, конечно, на топленом. Оно дает вот такую замечательную, так же, как морковка или лук, обжаренные на топленом масле, дают совершенно иные ароматы и иной вкус. Поэтому я все-таки рекомендую не постные дни использовать такое вот растопленное сливочное для подобных блюд. Ну уж ежели вдруг по какой-то причине надо заменить на растительное,
потери будут небольшими. Пускай томится тыква, а я приготовлю тем временем начинку для пирога, для лимонного пирога. Беру лимон. Ну вот, краешки можно, горбушки такие вот срезать. А дальше у меня лимон используется целиком. Но здесь такой тонкокожий лимон. Здесь вот эта белая кожура, которая между цедрой и мякотью находится, она такая буквально там 1.5 миллиметра. Это очень хорошо. Поэтому его можно использовать целиком. Ну, здесь, правда, косточки есть, но если пара косточек попадется, ничего страшного не будет. Вот тут форма нарезки абсолютно не важна нам, потому что после того, как лимон проварится, я его измельчу с помощью блендера. Ну, а сейчас совсем чуть-чуть воды. И поставлю вариться. Тыква очень интенсивно тушится, она уже вот такая вот, и цвет необходимый приобрела, и запах уже раздается. Ну пусть еще немножко потушится, пусть станет чуть помягче. Посмотрите, какая получилась тыква. Замечательная. Такая вот она. И цветом изменилось, а уж ароматы какие источает. Достаточно ее тушить, томить. Я сейчас вот что с ней сделаю. Я добавляю пачку творога. Подсыпаю манной крупы. Совсем немножко сахарного песка, столовую ложку, щепотку соли и немножко молока. И вот сейчас я всю эту массу блендером до однородности сейчас я все это, вот эту массу тыквенно-творожную отправлю в форму. И буду запекать. Запекать при температуре 180 градусов. До полной готовности. А до этой полной готовности пройдет, я думаю, что где-то с полчаса. И пока запеканка будет, извините за тавтологию, запекаться, я приготовлю пирог. Лимонный пирог из дрожжевого теста. Тыквенно-творожная запеканка. Тыкву нарезать кубиком и протушить в сотейнике на топленом масле, чтобы она карамелизовалась по краям и размягчилась внутри. Добавить творог, манку, соль, сахар и молоко. Измельчить блендером и отправить в духовку при 180 градусах на полчаса. Ну вот, подошло тесто. Сдобное дрожжевое тесто. Для лимонного пирога. Ну, лимон немножко прогрелся в воде. Я вообще обычно предпочитаю лимонные пироги с начинкой из лимона сырого. Ну, то есть никакой там термической обработки его не подвергаю.
просто натер, там, смешал с сахаром, там, что-то еще добавил или не добавил, и достаточно. Но сейчас я вот такой, у меня в горячем таком виде, прогретой в воде, я немножко по-другому сегодня сделал. Я добавлю манной крупы. Ну и как бы немножко ее заварю вот в этом лимонном соке. Вместе с лимоном, с цедрой. Ну, даже пару косточек туда попало, ничего страшного. Ну, достаточно. Такая лимонная манная каша получилась. Добавлю сахарный песок. И вот эту массу измельчу до однородности, ну, до относительной однородности, конечно, с помощью блендера. Ну и дальше все очень просто. Посмотрите, какое тесто легкое получилось. Хоть и сдобное, но очень хорошо поднялось на опаре. Я его раскатываю где-то примерно толщиной в 0,5 сантиметра. Пытаясь получить вот такой вот, ну, круг. Круг. Достаточно. Выкладываю начинку лимонную, где-то примерно не доходя до краев, ну, 2, может, там, 2,5, максимум 3 сантиметра. Ну, и из остатка теста раскатаю вот такие полоски. Которыми ну, закрою отчасти такой часть начинки. Тонко раскатываю. Нарезаю полосками. Выкладываю прямо сверху на тесто. Ну, вот так. Сейчас я смажу пирог желтком. Дам ему минут 15-20 еще раз стояться, чуть-чуть подняться. И отправлю в духовку. На ну, минут 20 более не надо. Может, 25. 20-25 минут. Максимум 25. На температуру 200 градусов. Запеканка тоже будет скоро готова. И все готово будет к встрече дорогого гостя Олега Робина, как всегда. Лимонный пирог. Сделать опару из теплой воды, муки и дрожжей. Дать подняться. Затем добавить растопленное сливочное масло, молока, сахар и щепотку соли. Размешать и добавить просеянную муку. Замесить тесто и отправить в теплое место на расстойку. Для начинки нарезать лимоны и положить в сотейник. Добавить немного воды и проварить с сахаром 5 минут. Добавить манку и сахар. Взбить блендером.
Тесто выложить на противень и сделать круглый пирог с начинкой. Дать расстояться 5 минут. Затем смазать желтком и отправить в духовку при 200 градусах на 20-25 минут. Лех, Христос воскрес! Воистину воскрес! Очень я готовился сегодня старательно к твоему приходу. Приготовил запеканку. Запеканку, ты знаешь, вот она, по-моему, такая вот довольно вкусная должна получиться. Творожно-тыквенная. Если... Или тыквенная. Тыквенная, да. Творожно-тыквенная. Если помнишь, когда-то мы с тобой ели, я готовил запеканку морковно-творожную. Да. Вот. А это то же самое почти, но только с тыквой. Попробуем? Очень интересно, да, попробовать. Попробуем. Для меня вот тыква не очень традиционный продукт. Я редко ем что-то тыквенное. Да? Угу. Ну, я вот как-то грешным делом люблю тыкву. Поскольку вот ее на наших огородах в избытке выращивается, то приходится еще и всю зиму ее есть время от времени. Угу. Ну, я делаю это с удовольствием, надо сказать. Вот как-то все больше и больше тыквы в моем рационе. И мне это нравится. Ну и слава. Попробуй, пожалуйста. Угу. Ну, она такая в меру сладкая. Это не очень. Вот мне как раз было очень интересно спросить, не спросить, сладкое это. Ну, не очень. Угу. По структуре как творог и по первому ощущению. А потом чувствуется. Но со вкусом, такой, со вкусом, да, тыкви, хороший, да, тыквенный вкус. Угу. Ее можно было там, ну вот смотри, вот если хочется сладкого, можно ее вареньем полить. Да, да. Хуже от этого не будет точно. А я вот даже попробую. Знаю, варенье делала твоя мама. Да. Совсем по-другому заиграла, да? Да? Хотя и так было вкусно. Ну, у нас сегодня, я так понимаю, что продолжается рассказ про паломничество русских писателей на Святую Землю. Да, и вот очень интересное, на мой взгляд, воспоминание, вот такой очерк очень красивый, очень высокохудожественный у Ивана Алексеевича Бунина. Да. Ну, как и все, собственно говоря. Да, вообще язык, да, Бунина такой особенный. Согласен. Вот, и очень красивый. И вот так же красиво его описывают. Ну, совсем коротенькие, небольшие, на самом деле, у него воспоминания об этом. Но вот достаточно много таких ярких впечатлений, я думаю, которые понравятся тебе. Ты меня спрашивал, есть ли вот у Гоголя какие-то впечатления о кухне. А вот у Ивана Алексеевича есть, но не совсем о кухне, а вот о... Скорее он воспринимал культуру местного населения вот через запахи какие-то, через то, что видел, и вот какие запахи именно восточные такие он слышал. И вот когда он только приехал в Яффу, куда все русские паломники попадали, неподалеку, ну, в принципе, как и все сейчас попадают в Тель-Авив, а неподалеку, то есть те же места. И вот, когда они сошли на берег, он сразу для него какой-то всхлынулись воспоминания Стамбула, но гораздо вот более концентрированного Стамбула. Он писал, что в Стамбуле такого нету, что вот все плиты под ногами, они все изшарканы и изъезжены, то есть там действительно масса народу, просто вот этот вал народа, и запахи, он писал, что пахнет гниющими апельсинами и укропом. Укропом? Укропом, да. Помилуйте, а какой же вот, там укроп-то? Вот запах как раз такого восточного базара, но очень концентрированный, и писал, что гниющие апельсины и укроп, смешанный с какой-то вот восточной кухней еще.
Да. Но я думаю, да, что тут вот такое писательское фантазия и, видимо, сыграла свою роль, потому что да, с укропом тут не очень. Я очень много где был на восточных базарах, в самых разных странах, в самых разных городах, но запах укропа я как-то вот нигде не ощущал. Ну, возможно, в общем, возможно, сейчас вызову там и удовольствие многих зрителей и слушателей, но для меня Иван Бунин – это тот человек из всех русских литераторов, удостоенных Нобелевской премии, тот, кто наиболее ее заслужил. Ну да. Ну вот это мое личное мнение, можно не соглашаться. Я считаю, что вот тут абсолютно дарование несомненное и заслужило. Несомненно, да. Без всяких там натяжек. Понятно, что это, конечно, мигрант, но тогда еще не было вот этого вот привязки Нобелевской премии к политическому моменту. К ситуации, да. Мы понимаем, о чем я говорю, я думаю, что все понимают, о чем я говорю. Ну вот, но, безусловно, конечно, вот именно как за писательское дарование, а не за какое-то там политическое, ну вот, наиболее заслужил. Олег, ты знаешь, я еще помимо запеканки испек пирог. Пирог вот такой с лимоном. Это дрожжевое тесто. Такое сдобное очень дрожжевое тесто. Ну, давай, очищаем. Попробуем. Я знаю, что... баловал лимонными пирогами. Да. Мне они очень нравятся. Очень рад. Раньше я был скептически настроен к лимонным пирогам. Ну, тем более рад, что переломил какой-то стереотип. Да, прям совершенно. Представление о лимонных пирогах. Пробуй. Мне скорее. Тут даже сказали, что Олег, ты же говорил, что не любишь лимонные пироги. Ну, я помню, что ты не любишь бананы, поэтому старательно избегаю приготовления еды с бананом. Очень вкусно. Такой хороший лимонный пирог. Да. Сдобное тесто. Ну, вот мне очень нравится, отсутствует горечь. И я всегда люблю, когда присутствует в сладости кислинка. И наоборот. Я тоже. Кисло-сладкий для меня – это самый идеальный вкус чего-то, с чем хочется выпить чаю. Дорогие друзья, ну а с вами была Монастырская кухня. Как всегда, Олег Робинов и я, Максим Сырников. Следите за обновлениями аккаунта Монастырской кухни. С нами всегда вкусно и интересно.